Всем огромный привет, мои хорошие. Начинаю свой очередной влог. Сейчас еду по делам. Хочу зайти в мебельные магазины, посмотреть обязательно диваны, кровати. Ну, наверное, диван, потому что мы будем новый диван располагать в зал. Хочу просто прицениться и посмотреть, есть ли то, что я именно хочу. Ну что, посмотрим здесь. Называется Софарт. Диваны, стенки, спальня. Никого. Ну, давай посмотрим, что тут есть. Книжных специальных, по-моему, я не вижу. Книжных шкафов же нет, да? Специальный стеллаж для книг. Нет, такого нет. Ну, начнем отсюда. Это без матраса получается. Дальше. Да, ширина. Расцветка, конечно, 17. Сейчас цены все выше и выше. Размер. Ну, это какое-то детское. Ну, правда, это детские же все. Че я смотрю-то? Давай отсюда посмотрим. Ширину модели можно поменять. Здесь хотя бы боковушки вот эти есть. То на нашем нету. Это просто ужас. Это просто детские кровати получается. Рассрочка. Дальше поехали. Без боковушек сейчас уже 20 тысяч стоит. Да. Пока ничего не приглядывается. 17. Нет. 17. Не получается в трех расцветках. Одинаковые. Такой не нравится. Дальше. О, пожалуйста, за 11 тысяч, как у нас раньше был. Да, конечно, не очень. Подарочная книжка. Размеры. В принципе, ну, цвет только такой. Слишком яркий, а-ля такой яркий. 18. Дальше. 26. Новинка. А шкафов таких, как у меня, нужен нет. И под заказ тоже вряд ли. 17 матрица.
Мне чисто вот этот такой из понравился. Из всех то, что я видел. У него и раскладка вообще удобная. Показать нам? Ну, давайте покажите. Вот так его приподнимаешь. Здесь два ящика объемных. Угу. Вот так падает. Видите, спинка даже. Угу. Смотри, что клево. Вот это такой. А он съемный или он такой вот, чехлы, как есть? Нет, нет, не чехлы. И в разборный он сам по себе? Да. Разборный, чтобы его занести, например. А, да, конечно. А то, если, например, он не разборный, он не войдет. Нет, у него подлокотники разбираются. Ага, снимаются, да, да, вижу, ага. А в другой расцветке вон, есть? У вас еще одна расцветка есть. Сзади меня. Да. Вот это получается. Да, это то же самое. Ага. Ну, если вам вообще другой расцветки, то заказ 25-30 рабочих дней. Другой ткани. В принципе, только вот это понравилось. Больше мне здесь ничего не понравилось. С подлокотниками то, что... Вот это то, что удобно. Приглянем. Вам в зал или в спальню? В зал. Вот. Ну да, тоже много, да, места. Удобно, большое. Прикольно тоже. Здесь его ящик в атаманке. Ну, по цене намного дороже уходит, в принципе. Ну, на 5 тысяч, да, на 6. Ну, на 5, на 6. В принципе, есть диваны, которые мне понравились. По ценам, конечно, чуть дороже, чем в Икее. Ну, посмотрим. Поговорим с мужем, что да как. Потом, что еще? Сейчас поедем в следующий мебельный магазин. Тоже посмотрим, какие есть там. По ценам тоже пройдемся. Потому что все-таки нужно сравнить. Во всяком случае, нужно сравнивать, потому что где-то дороже, где-то дешевле. Но здесь по качеству, мне кажется, мебель все-таки покачественнее, чем те, которые мы брали. Мне кажется, качество все-таки здесь намного выше. Так, следующий магазин. Что я тут посмотрела? Пока не вижу. Но здесь цены подешевле. Если пройтись, действительно заметно. В том магазине, например, за 10 тысяч мы бы не смогли найти диван, а здесь мы видим за 10 тысяч, да, 9900 за наличный расчет получается. Пройдемся дальше. Ну да, цены разнятся, конечно. Так. Размеров жалко нет. Мне бы размеры. Все равно вместе потом подъедем, посмотрим. Там из тех, то, что там, мне ничего не нравится. Расцветка, ужас, вот это вот. Дальше пройдемся. 25 900. Получается одинаковые. Угу. Слишком дорогой, нам такой не подойдет. Так. За 10 опять-таки. А здесь получится жесткое такое, да? Угу. Да-да-да, у нас точно такой же практически. Ну, у вас намного дешевле, чем в Сафарте. Сейчас
Сейчас там смотрела диваны. Там намного дороже. Выбираем, так сказать.